В республике завершился прием документов на регистрацию списков кандидатов в Госсовет Чувашии по единому избирательному округу. Их представили 10 политических партий, причем 5 из них собирали подписи как в бумажном виде, так и через портал госуслуг. Избирательная комиссия теперь проверит правильность сбора подписей, в том числе на сдвоенность, чтобы один и тот же человек не поддержал партию дважды. И в подписных листах, и через портал госуслуг. В течение 10 дней ЦИК Чувашии примет решение о регистрации.